между шофар шель рашут и шофар шель мицва, между шофар шель минхаг. Трубить шофара во время месяца Элюля — это только минхаг, это только обичие. И трубить шофара во время Рошана — это мицва, и чтобы людей не испутили между мицвой и какой минхагтов, какой обичие, наши мудрецы решили, что стоит сделать перерыв на один день. Вообще это большой проблем, когда люди не знают разницы между минхаг и между алаха. Много людей, им намного легче держать какой минхаг, какая обичие, чем какая алаха. Обичие намного более приятно — кушать яблоко с медом. Прекрасный минхаг. Намного легче, чем подняться на слихот час до молитвы утром. Сегодня тоже канун Йонтова. Это у нас два дня Йонтова. После два дня Йонтова шаббат надо сегодня сделать ируф тавшилин. Это ваши махзоры. Вы можете это найти. Надо взять хлеб или мацу и какой вареная еда. И говорит благословение. И говорит, что вот через этот еда, которую я готовил, меня будет разрешено готовить еда от пятницу на шаббата. Хотя пятницу является Йонтова. Нусах, что мы говорим, написано в начале вашей махзоры. Мы печатали в этом году новые махзоры на Рошана и Кипур. Бедат Ашем, там все будет более ясно и более доступно для всех желающих. Сегодня Эр Рошана тоже окунается в микве, и мы тоже будем делать сейчас хатарат недарим, снимаем обетов, которые человек мог взять на себя в течение года. Мы должны, каждый должен стоять перед Бейдина, и три человека говорит нусах. Там вообще есть два момента. Первый момент, что человек раскаивается, что он сказал, какой обет или клятва или так далее, который он сказал в течение года, и Бейдин это снимает. И второй час — это заявление, которое сделает человек, где он объявляет, что все обеты или клятвы, которые он будет сделать в будущий год, они не будут иметь силы. Я хочу повторить, что это только касается все обязательства, которые между человеком и Богом, не которые между человеком и человеком. Это снимать через Бейдина так невозможно. Раби Ханан бен Акаш, Кодеш Бог за кол Исраэль, Фихах ибал на Тора, Зот Шнеймар, Дуной Хофец, Мацико, Ягдил Тора Виадир, Кадиш Аль Исраэль.